Я их называю 12 апостолов. Их всего 12 каждый год из множества. В этом году более 400. Огромное число городов, стран, все здесь у нас. Но 12 лучших мы выбрали. И сейчас участники финала, лауреаты и дипломанты юбилейной Романсиады 2016 появляются на нашей сцене. Начнем мы по традиции с выступлений наших молодых дипломантов. Не забудьте, что им всем от 17 до максимум 26. Поэтому будьте снисходительны, но влюбляйтесь от всей души по-настоящему. Им это необходимо, ведь гения создает успех. Это сказала не я, это сказал Наполеон, но знаете, это навсегда. Ну, кто начинает? Кто у нас? У нас начинает Яна Дьякова, Самара, 20 лет.
Ярослава. Самара, 20 лет. Вот какого тенора мы нашли в Первоуральске. И хорош собой, и божественный тембр. Он напоминает мне немножко Ивана Семеновича Козловского. И рост тот же. Миш, такой же рост, гордись. Таких теноров не бывает. Михаил Меньшиков. Я встретил. Проходил в Новосибирске региональный вот этот этап, там было -35. Но мы этого не замечали, потому что пела Полина Лелюх, студентка Новосибирской консерватории, и казалось, что мы в Африке. Столько темперамента показала эта певица. Итак, Полина Лелюх, Новосибирск.
Новосибирск. Вот это совершенно прелестное существо. Ему 18 лет. Но сибирячка, город Прокопьевск, и меццо-сопрано для нашей с вами романсовой радости. На востоке, и мы это особенно ярко поняли, когда у нас появился здесь представитель Киргизии, молодой, 23-летний, да еще с романсом «Калитка», да еще с намерением за тобой поухаживать. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут в небесах, и черемух серебряный уберет жемчугами роса. Темнее на
день. Там, где гуще сплетаются ветки, у беседки тебя подожду. И на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу. Отвори потихоньку калитку. Мирных буднях и боевых подвигах тех, кто стоит на страже нашей Родины. Программа «Служу Отчизне». Завтра на общественном телевидении России. Нет ничего лучше тепла и уюта родного дома. Но нет ничего страшнее признания, что он построен на лжи и обмане. Я человека убил. Слова, с которых начнется драма. Художественный фильм «Гонка с преследованием». Завтра на общественном телевидении России. Итак, вот наши дипломанты. Правда, они все прелестные и очень талантливые. И я даже скажу вам, что намеренно оставила такое число дипломантов, ведь у них есть замечательные возможности, которые будут грустить наши лауреаты. Лауреаты не смогут больше появиться на романсиаде, а у дипломантов есть право участвовать в романсиаде в будущем году. Я вас уверяю, они все приедут. Ну а сейчас, друзья, вам еще одно приветственное слово хочет сказать член жюри романсиады. Звезда современного русского романса, заслуженная артистка России Нина Шацкая. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня все мы являемся свидетелями большого праздника и события, конечно. И, может быть, с сегодняшнего дня начнутся карьеры, которые будут такими яркими, такими замечательными и оставят большой след в музыке
Итак, поздравления от Нины Шацкой. Ребята, Нина Аркадьевна сейчас подарит романс уже не только вам, но и всем. Идите за кулисы, спокойно отдыхайте. Анна Ахматова, Злата Раздолина, «Колдунья». Нет, царевич, я не та. Кем меня ты видеть хочешь? И давно мои уста не целуют, а пророчат. Не подумай, что в бреду и замучена тоской. Звонко кличу я беду, ремесло мое такое. Я умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы хочешь у меня? Попроси тогда совета, только это западня, в ней ни радости, ни света. Нет, царевич, я не та, кем меня ты видеть хочешь? И давно мои уста не целуют, а пророчат. Не подумай, что в бреду и замучена тоскою. Звонко кличу я беду, ремесло мое такое. Я умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы хочешь у меня? Попроси тогда совета, только это западня. Нет, царевич, я не та. Кем меня ты видеть хочешь? И давно мои уста не целуют, а пророчат. А теперь иди домой и забудь про нашу встречу, а за грех твой, милый мой. Я пред Господом отвечу. Александр Пакиченко. Нина Шацкая. Внимание на сцену! Лауреаты третьей премии. Гречишкин, город Красноярск, 21 год. Мелинда Христова, город София, Болгария, 20 лет. Лю Инлунь, Китайская Народная Республика, город Ланьвань,
21 год. Ты совсем недавно из армии вернулся, пел строевые песни, а на конкурс пришел только с лирикой. Только какая-то удивительная лирика. Ну, например, «Звезды на небе». Друзья, болгарские этапы Провинциады, когда я впервые там оказалась, то меня удивило, очень удивило, ведь на памяти совсем недавняя наша дружба, просто не разлей вода, и полное взаимопонимание. Выясняется, что сейчас молодежь, они вообще не говорят по-русски, и братья-славяне вот так вот через романс русский начинают восстанавливать наши языковые связи. Чит уверенья, ласково в глазах.
Христова, София! Ну и вот Люин Луни из города Ланфань. Уже лицо знакомо москвичам. Говорят, мы помним, помним, в прошлом году. Вот, кстати, в прошлом году он был дипломантом. В этом году все-таки третья премия. Ты доволен? Да. Ну что ж, по этому поводу романс Булахова «О тройке» – самая китайская тема. Тройка мчится, тройка скачет, вьются пыль из-под копыть. Колокольчик звонко плачет и хохочет. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Вот вдали село родное, сразу ушел мой ямщик. Песня звонкой утолою цалися му в тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Встанет, ямщик скликнет цаплучка, красная девка молча клянет и целует ямщика. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке Чишкин, третья премия. Oh,
Здравствуйте, дорогие друзья! Нам очень везет на друзей, действительно. Они рядом. Мы этим гордимся, мы это ценим предельно. Великий художник и великий модельер и великий друг романсиады Вячеслав Михайлович Зайцев. У нас существует традиция. Каждый год наша мисс романсиада очень хороша. Вячеслав Михайлович Зайцев одевает свой наряд, причем лично осматривает эту даму и подбирает для нее подходящее ей платье. В этом году мисс романсиада стала Анна Кучерявой, Молдова, это Кишинев, и Вячеслав Зайцев, и мисс романсиада Анна Кучерявой. Знаете, я счастлив, что я сегодня хожу в зале. Певцы просто фантастика. Я счастлив, что сегодня вместе с вами, благодаря вот этой девушке, которая вчера пришла в Дом моды и подавали мне платье. Замечательно. Так что давай, выдавай. А сейчас лауреаты второй премии юбилейной 20-й романсиады. Анна Викулина, Санкт-Петербург. 21 год. Илья Белестояновский, Македония, 22 года. Любви полно, полно, везде любовь, царство
Прилеп, Македония. Ну и, конечно, раз тенор, то живет моя отрада. Живет моя отрада в высоком терему, а в теле тот высокий нет хода никому. А в теле тот высокий нет хода никому. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца. Никто не загородит дорогу молодца. Никто не загородит дорогу молодца. Пойду я к милой в терем и брошу с многих ней. Только ночка, сегодня потемней, а была бы только тройка, да тройка порезней, а была бы только тройка, да тройка. Я дорожу тем, что сегодня здесь у нас много наших романсиадцев. Ну, что вам скажет обладательница второй премии «Романсиады 2010» Наталья Кириллова? Я смотрю на вас, и мне кажется, что я сегодня опьянела. Опьянела, опьянела, закружила. Говорят, я опьянела, но вина я не пила. И кому какое дело, что я стала вдруг пьяна? То не хмель меня дурманит, кружит голову неон. Тот, кто выпьет, пьяным станет, мой напиток всем знаком. Закружилась голова. Мой напиток всех пьянее, он дурманит и манит. От него не веселее, сердце бьется и болит. Опьянела я невольно, разгорелось сердце кровь. Сердцу сладко. Стояновский и Анна Викулина. У нас сегодня
члены жюри наши постоянные, без них никуда и никогда. Это народный артист России Аристарх Ливанов и заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин. Прошло всего немного времени, и никто не мог из нас представить, что, оказывается, уже 20 лет, и мы вышли на эту сцену поздравить Романсиаду с юбилеем и себя, потому что мы же Романсиада, правильно? Конечно. И я хочу нашей молодежи предоставить слово Сергею Яковлевичу. Спасибо большое. Я от всей души поздравляю Романсиаду с таким днем рождения. Это, в общем-то, еще молодость. Она совпадает в основном с возрастом участников. И мне кажется, важно подчеркнуть, чтобы романс состоялся, нужен не только вокальный аппарат. Вокальный аппарат, в конце концов, это средство. Нужно еще, чтобы у артиста было что-то здесь, и здесь, это самое главное. Тогда возникнет контакт, тогда зрителя он, как говорится, заденет за живое. Ну вот, и мне хочется всех вас поприветствовать романсом, да попробую задеть, да, романсом зимним на стихи любимого мною поэта Давида Самойлова. Наталья, и были в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна, и были в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума, и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума, и были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех. Сергей Никитин. Браво, браво, маэстро. Удало. Вы думаете, у нас простая жизнь за кулисами, когда мы вот делим эти премии, определяем место, мы определяем, будет у этого, спорим до хрипоты, у этого человека будущее, как он справится со своей карьерой, с теми надеждами, которые возложены на него сегодня, мы даже иной раз оказываемся по разные стороны баррикад. Вот Сергей Яковлевич оказался среди большевиков, а я в меньшевиках. У нас были свои симпатии, я в этот раз проиграл. Но что делать? Посмотрим, жизнь покажет, кто из нас оказался прав. Сегодня произошла такая несправедливость. Не прозвучал романс, который я очень люблю петь и слушать, но если несправедливость возникла, ее нужно исправить, да? Музыка.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная. Одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я и на наши корифеи. «25 декабря 2016 года страшная трагедия в акватории Черного моря унесла жизни 92 человек. Среди них был народный артист Российской Федерации Валерий Халилов, который много лет возглавлял военно-оркестровую службу Вооруженных сил России –